сегодня у нас практический семинар. Наталья Валентиновна, все подготовили. Стол, рентгены. Сейчас пойдем за леопардом. Я тогда с вами говорю. Не, ну если так, мы ставим вопрос, пожалуйста. Да вот серый домик проходит. Да-да. Миссия невыполнима, музыку. Он стоит на меня, смотрит прямо здесь своей мордой. Булочка. Давай я за курицей схожу сейчас. А ну? Оп. Тихо. Бам. Все. Выстрел удался. Сергей Ильич, у вас все получилось. Профессионал в деле. Да не, она не свалится. Оттащили, Сергей Ильич. И обратите внимание, животные, ну, дикие, да, которые засыпают в вольере, у них полный рот может быть песка, опилок и так далее. Поэтому у вас обязательно что-то должно быть, чем вот эту всю дрянь. Вы там второй катетер ставите? Нет, еще мы выключаем. А на переднюю не встанете? А ты уже делал, да? Если я захочу залететь в горничную, добавлять, мне пойдет или у тебя стоит краник? У меня стоит краник, мы можем штопки перекрыть. Если у тебя штопки? Если нет, то, ну, физ просто уйдет назад, и все, он дальше добежит. Я тоже вот, да? Иногда. Иногда. По воскресенье нам сегодня повезло. Молодец, мы с тобой одна команда. Это может быть носик лучше, нет? Вот сейчас мешать. Как это делают женщины? Сейчас попросят мало, и она испачкана кровью. Так что говорит о том, что мы не справились с кровотечением. Как мне сложно, я пока тут работаю, пишу протокол. Эти бездельничают все. Наталья Валентиновна, Сергей Олегович работает, как всегда. Ну как визуализировать? На рентгене можем? Нет, на рентгене, да, я имею в виду под микроскоп. А, под микроскоп, да. Мы что-то просто не посмотрели. Да, да. Сергей Олегович, как обстановка? Установка рабочая. Вот. Сейчас полтора часа уже идет наша операция. Наталья Валентиновна пломбирует зуб. Слава богу, что клык можно сохранить. Но он нуждается в обработке канала, в пломбировании. Вот, собственно, сейчас этим и занимается. Язык. Иногда бывает, что так ломаются клыки,
Ей сделали антиседан, вот ботинки Шинецкого, я так понимаю, ей был сделан антиседан, и если вдруг животное проснется как-то неожиданно для нас, то у нас действительно будет несколько секунд, чтобы убежать из вольера, потому что она не сможет сориентироваться в шапочке. Ну, такая полушутка, полуправда. За время проведения операции Наталья Валентиновна успела сделать одну часть зубов Вести. Осталась еще вторая часть. На вопрос, почему не сделали сразу две, как всегда, ответ очень прост. Две операции по 2.5 часа гораздо лучше для здоровья, нежели чем одна 5-часовая. Ну а после практического дня проследовали 2 дня лекций, где к нам приезжали студенты, люди из других городов, практикующие врачи, государственная ветеринарная служба. И это был очень интересный семинар. Thank you.